С армянскими фальсификациями азербайджанский народ сталкивался не раз. Ни для кого не секрет, что армяне на протяжении истории выступали с территориальными претензиями в отношении Азербайджана, совершали этнические чистки, в то же время не оставляли попыток присвоить и культурное наследие. Вероломные соседи испокон веков выдавали блюда азербайджанской кухни за свои. Такие попытки продолжают предприниматься и по сей день. В деле разоблачения армянской лжи и популяризации азербайджанской национальной кухни особую значимость приобретает изучение истории национальной кулинарии. Ценный вклад в дело распространения азербайджанских реалий на международной арене играет выпущенная в Стамбуле книга «Региональная кухня Ереванского ханства». Это печатное издание является плодом многолетних исследований. Посвящено оно весьма актуальной сегодня как с историко-этнографической, так и с национально-духовной точки зрения теме изучению древней кухонной культуры Еревана. Азербайджанцев, на месте проживания которых ныне располагается государство под названием Армения. Результаты исследований свидетельствуют о том, что еще в 1960 году Академия наук Армянской ССР на основании материалов, собранных в населенных пунктах в Гёйджи и Зангизурском Махале, где проживали азербайджанцы, сфальсифицировала название продуктов и видов блюд, правила их приготовления и выпустила книгу под названием «Армянская кулинария». Однако, листая книгу «Региональная кухня Ереванского ханства», становится очевидно, что, несмотря на попытки армян присвоить блюда и напитки, относящиеся к азербайджанской национальной кухне, название большинства указано именно на азербайджанском языке. Внимательно наблюдает за разоблачением армянской лжи и международное сообщество. Так, в 2016 году Межправительственный комитет ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию включил в репрезентативный список нематериального культурного наследия Азербайджана лаваш, а в 2017 году – долму. Книга ценна еще и тем, что в ней собраны исторические фотографии, отображающие процесс уничтожения архитектурных памятников, образцов культурного наследия Ереванского ханства, азербайджанской и исламской религиозной культуры, дворца Сардара, ереванских мечетей, караван-сараев и других средневековых архитектурных строений. Эта монография, основывающаяся на исторических фактах и более чем 1500 этнографических опросах, является ценным энциклопедическим источником о материальной и духовной культуре азербайджанцев Еревана. В книге приводятся названия и правила приготовления 413 видов блюд и напитков, а также сведения о кухонных принадлежностях, относящихся к ереванской кухне, что дает наглядное представление о столовой культуре, созданной азербайджанцами на территории Ереванского ханства, располагавшегося в Западном Азербайджане.